каждого человека 1 сентября – это день, когда он четко и отчетливо помнит всю жизнь, пришел в школу, помнит своего первого учителя, помнит, что окунулся в процесс познания мира. И я поздравляю наших ребят, в этом году 175 ребят поступили в наш лицей. Вы поступили в один из лучших лицеев нашей страны, который, естественно, работает и будет работать на то, чтобы вы стали еще лучшими. 1 сентября. День, когда учебные заведения по всей стране вновь открывают свои двери после летнего перерыва. Традиционно по всей России проводятся торжественные линейки. Ученики лицея имени Лобачевского встретили праздник в Большом концертном зале «Уникса». Уже завтра они отправятся на первые занятия. Мы всегда позиционируем себя как лицей, в котором детям радостно жить. Именно жить уже настоящей жизнью, а не ждать какой-то будущей взрослой жизни. И я думаю, что должна обязательно эта жизнь в этом учебном году начинаться в «Униксе». Всем удачи и крепкого здоровья. Для многих традиционный школьный звонок сегодня прозвучал впервые. Но для кого-то он стал символом начала обратного отсчета до конца учебного года. 11 класс действительно сложный, но я думаю, все будет хорошо. У нас сильная, хорошая подготовка идет уже изначально с ранних-ранних классов и лет. Так что, думаю, чуть-чуть подготовки, чуть-чуть поднапрячься, и все будет хорошо. Сдадим и поступим в Казанский федеральный университет. Лицеи Казанского федерального университета занимают ведущие позиции в российских рейтингах. Для лицеистов создаются все условия для комфортного пребывания в учебном заведении. Ученики лицея имени Лобачевского признаются, главный стимул приходить на занятия – педагоги. Может, ответ прозвучит достаточно банально, но это учителя, которые учат нас изо дня в день. Потому что я до этого жил в другом городе, в Елабуге, и я знаю, как изменился уровень между прошлым, как изменился уровень моей учебы и тех людей, которые вокруг меня, когда я перешел в лицей Лобачевского. И это одна из причин, почему я продолжаю учиться старательно. В ряды учеников IT-лицея сегодня вступили 60 семиклассников. Все они прошли строгий отбор. Как отмечают сотрудники университета, конкурс был 10 человек на место. Мы первые по ЕГЭ в республике, по математике, по русскому языку, в Олимпиаде, по призерам и победителям регионального этапа первые. Это вот итог той работы, которую ребят проделывают в течение всего года. Это участие в Олимпиадах, конкурсах, хакатонах, кейс-чемпионатах. В общем, у них жизнь настолько насыщенная, что мы не успеваем уже отслеживать, где они, что они делают. Они всегда очень активны. Поэтому что их ждет? Их ждет такая же насыщенная, интересная жизнь. С утра 8 мы начинаем, до 8 вечера мы трудимся, занимаемся. У них нет ни минутки свободного времени. Расширяются и ряды учеников университетской школы Елабужского института КФУ. В новом учебном году здесь будут обучаться более 550 ребят. 56 из них переступят порог школы впервые. Школьники, перешедшие в 10 класс, будут обучаться по двум профильным направлениям – физико-математическом и социально-экономическом. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Универньюз.